На выставке «Золотая осень» мы представляем продукцию двух заводов – Демидовский и Седьмой океан. Завод Демидовский располагается в Тульской области, Суворовский район. Он функционирует с 1996 года. В Тульской области это всем известная вода Демидовская и Краинская. Это уже ставили нашими брендами эти воды, поэтому они известны, и потребители их любят, знают и доверяют этой марке. С 2012 года у нас функционирует завод «Седьмой океан». Это высокотехнологичный современный производственный комплекс, который ориентирован на изготовление сокосодержащих напитков, соков, нектаров, то есть полезной продукции. На этом заводе используется технология горячего розлива, поэтому все напитки у нас производятся без добавления искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов. Напитки, соки, нектары у нас производятся из натуральных пюре, концентрированных соков, поэтому они не только очень вкусные, но и полезные. Линейка «Седьмого океана», несмотря на то, что завод функционирует всего 2 года, расширилась уже до многих наименований продукции. Так, «Седьмой океан» – это 100% соки и нектары «Акапелла», нектары «Мангомания», сокосодержащие напитки «Седьмой океан», холодный чай «Седьмой океан», фитотоники. Ну и также у нас в этом году вышел новый продукт – компот из сухофруктов. В линейке продукции завода «Седьмой океан» хотелось бы особо отметить нектары «Мангомания». Здесь у нас представлены 2 образца. Нектары «Мангомания» – это натуральные напитки, в которые входят пюре манго и с добавлением различных соков. В линейке у нас представлено 4 вкуса. Во-первых, это манго-малина, во-вторых, манго-маракуйя, в-третьих, манго-гуава и, в-четвертых, манго и абрикос. Данный продукт не имеет аналогов в России по своей рецептуре, и эти нектары не только вкусные, но и полезные. Еще одно их главное достоинство, что они не только подходят для того, чтобы попить и побаловать себя, но и они утоляют легкое чувство голода. То есть, в свою очередь, это и легкий перекус в течение дня. Также мы хотели бы отметить 100% соки и нектары линейки «Акапелла». Данные соки у нас выпускаются в 3 видах упаковки. Это литровая PET-упаковка, упаковка стекло 0,97 литра. И маленькие соки представлены у нас на витрине емкостью 0,2 литра. Соки 100%, без добавления сахара, поэтому они передают натуральные вкусы фруктов и ягод.